Эта история началась в 2003 году, когда фотограф Ник Йенс прогуливался со своим лабрадором возле замерзшего озера на окраине города Джуно, штат Аляска, США. Неожиданно у кромки озера человек увидел волка, который стоял и пристально смотрел на него. Ник специализировался на съемках дикой природы и много раз фотографировал волков с безопасного расстояния. Он стал медленно отходить, беспокоясь о том, что волк может напасть на его собаку. И вдруг лабрадор сорвался с места и побежал прямо на волка. Ник пытался отозвать пса, но тот продолжал сближаться с диким животным. Хозяин в ужасе замер, ожидая схватку, но то, что произошло потом, стало сюрпризом даже для опытного фотографа. Собака и волк начали играть в догонялки. Ник отошел от шока и поскорее навел на животных камеру. Вскоре волк забежал в лес, но не спешил уходить. Он продолжал показываться между деревьев, приглашая своего нового друга поиграть. С тех пор одинокий волк стал очень часто показываться на окраине города. Ник много раз ловил его грациозный силуэт на камеру. Волк все ближе и ближе подходил к домам. Фотограф назвал волка Ромео. Вот только его соседи не слишком радовались появлению одинокого красавца на окраине города. Они опасались, что волк станет нападать на собак или даже на детей. Но Ромео продолжал все ближе подходить к людям. И вскоре они уже не боялись его присутствия. Он явно не собирался охотиться на людей. Казалось, что волку, который по какой-то причине оказался отделен от стаи, просто хотелось общения. Вскоре многие жители Джуно уже тоже хотели пообщаться с дружелюбным хищником. Вместе со своими питомцами они часто навещали Ромео в его любимом месте – парке Менденхолл Гласиер. Люди приводили с собой питомцев, и Ромео с удовольствием заводил новых друзей. Волк даже начал подражать собакам и иногда играл с людьми. 6 лет Ромео оставался неофициальным символом города, любимцем жителей и источником вдохновения для фотографов. Когда его одинокий силуэт перестал встречать людей у озера, они с грустью поняли, что Ромео покинул этот мир навсегда. Люди решили, что Ромео заслуживает, чтобы о нем помнили. Теперь люди у озера встречают вот такая памятная табличка, напоминание о необыкновенном, дружелюбном звере, который стал вдохновением для всего города. Если вам понравилась история, ставьте лайк и делитесь с друзьями. Не обижайте животных и подписывайтесь на канал.